Краснодарской жилой многоэтажки на улице Тюляева угрожает взрыв. Такое сообщение сегодня днем поступило на пульт дежурного полиции. Информация тут же распространилась по всем соцсетям. На место приехали оперативные службы и кинологи с собаками. Они оцепили территорию и никого к зданию не подпускали. Силовики эвакуировали жильцов и работников фирм, расположенных на первом этаже здания. Посмотрели, все нормально. И после этого сняли оцепление и пустили нас к рабочим местам. Пакет забрали, там в нем был видеорегистратор какой-то непонятного происхождения. Оказалось, что полицейских вызвала пенсионерка. Она обнаружила подозрительный пакет под деревом. Некоторые местные жители поблагодарили старушку за бдительность.